Ну что же, большой летний приз на старте. Приготовились. И на старт большому летнему призу. Прием очень кучный. Салман Слав принимает лучше остальных. И тут же полевой стороной Инцитат. А дальним полем Гамбург и Падишах Эклипс. Гамбург, Падишах Эклипс. И Ярослав Мудрый по бровке проскочил. Ярослав Мудрый выходит вперед при выходе на противоположную прямую. Ярослав Мудрый лидирует под седлом Мирбека Мамурова. Тут же полевой стороной Гамбург. И между ними Падишах Эклипс. Ну вот они, три лидера. За ними пристроился Инцитат. Там же по бровке Модератор. Боевой Крит. Лошади идут по противоположной прямой. И впереди немного Гамбург. Тут же Ярослав Мудрый и Падишах Эклипс. Втроем они продолжают лидировать. Ну что же, выстроились они в линию. 29. Ну, не космос, прямо скажем. А Боевой Крит идет четвертым. Где там у нас Инцитат? Что-то не видно. Ни Инцитата, ни Челленджер Барса. Где они все? Боевой Крит Любе Гудкиной подъезжает к лидерам по бровке под седлом Станислава Николкина. Захватывает Падишах Эклипса. Выходит на третье место. Карандаш делает бросок. На пятое резко выходит. Там Челленджер Барс бросок делает. Инцитат тут же. Скачку повел Ярослав Мудрый. И тут же Боевой Крит. И полем Карандаш делает мощный бросок. Карандаш выходит на второе место. По финишной прямой Боевой Крит повел. И тут же Карандаш. На третьем Ярослав Мудрый. Полем Челленджер Барс. Вперед выходит, по-моему, Карандаш. И тут же Боевой Крит. Между ними борьба идет за лидерство. Нет, все-таки Боевой Крит немного впереди. Карандаш вторым. Боевой Крит приближается к финишу. Карандаш имеет еще возможность его атаковать. Полем подъезжает Челленджер Барс. Карандаш и Боевой Крит. Последние метры дистанции. Борьба. И это будет Карандаш для братьев краснокутских. Боевой Крит вторым и Челленджер Барс третьим.